Спустя много лет они снова встретились. Лёша, постой. Я ведь думал, ты повеселиться приехал, прошлое вспомнить. А тут жизнь во всей своей красе. Ну, Толя, собрались однокашники, давно не виделись. Я все понимаю. Только скажи, любишь меня? Ириша, детка, вы приехали. Мама, нагрянули. Ну вот теперь жениться заставит. У них всего один вечер, чтобы объяснить друг другу, почему они позволили убить свою любовь. Ну кто ж тебе мешал в этом? Хватит, мам. Теперь я все буду решать сама. Лариса Гузеева, Евгений Сидихин, Алексей Петренко, Ирина Скопцева. В мелодраме «Семейный ужин». Ты же говорила, когда мы сюда шли, что у тебя нет детей. Это от него нет, от него, от тебя пыль! На телеканале «Новый мир».